В этом видеоролике мы будем по-прежнему играть в Skip the Defense, но в этом ролике мы будем тестировать нашего самого почти крутого юнита в Skip the Defense. Это конечный телеведущий. Ну, либо же, как там его, уже много раз название мы меняли. Конечный CV-мен, либо же какое-нибудь другое название. Окей. Сейчас мы подбираем компанию. Так. Давайте возьмем, кого мы можем взять. Обязательно возьмем, кого? Улучшенную камеру Вумана. Хотя нет, давайте возьмем все-таки темного спикера. Кого еще возьмем? Возьмем, конечно, конечного телеведущего. Титан спикермен апгрейд, естественно. Кого еще? Давайте возьмем улучшенную колоссальную камеру. Ларж лазер, естественно, без него никуда. Кого еще мы можем взять? Мы можем себе позволить взять... даже не знаю. Давайте возьмем все-таки спикер вумена, я не забыл немножко. Можем взять еще конечную камеру. Я думаю, она нам не понадобится. Можем взять камеру вумена, там, допустим. Ну, давайте возьмем конечную камеру. Все. Идем на четвертую главу, попробуем ее пройти в соло. Все, пошли. Учитывая то, что уже убрали X4, будет очень-очень тяжело пройти. Было X5. Будет очень-очень тяжело пройти. Когда будет следующее обновление, тогда добавят X4, собственно. Так, окей. Я надеюсь, то, что мы сможем пройти. И мы сейчас будем делать небольшой такой обзорчик на конечного TV-мена. Так, окей, ставим. Ставим Dark Speaker. Выбрать не могу. Да, X2 скорость. Так обидно. Ну ладно. Я надеюсь, он пока что будет справляться. Так, у него уже есть ауди, это хорошо. Так, давай. Пока что давайте проходить на автоскипе. Нам нужно его раскачать, это точно. Желательно до конца. 50 тысяч раскачка. Недешево, однако. Давайте раскачаем до второго левела, и тогда уже поставим спикер вумена. Так. Нет, не показалось. Так. Все, раскачиваем нашего Dark спикера. Вау, офигеть. Я его купил только недавно, он мне уже нравится. Так, окей, давайте поставим спикер вумена. Вот сюда. В дальнейшем она нам очень понадобится. Так, окей. Даже как-то мне не очень привычно записывать Skip the Defense, потому что всегда записываю то ли Tower Defense. Но сейчас такие времена, скажем. То, что уже хочется разнообразия, скажем. Можете там проголосовать, там в Telegram-канале, что лучше снимать. Там я даже сделал опрос такой. 25 тысяч всего лишь. Раскачка-то вроде бы, конечно, без спикер-вумена 50 или 2, или 30 тысяч, примерно так. Так. 24 тысячи. Так мало. Только ауе справляется. Эй! А все хорошо. Я немного уже испугался. Так, окей. Давайте все-таки раскачаем до конца нашего Dark спикера. Ну, для меня это несколько лет, для вас это пройдет примерно как 0,1 секунда. Так, ну у меня уже тем временем 15-я волна, я уже подумал, 25-я волна. Давайте поставим еще парочку ларж лазеров, где они у меня. Так, 5-й слот. Давайте поставим максимальную раскачку. Все, я раскачал даже Dark спикер, у него было 24 тысячи раскачка. Спикер вумена, ну и так далее. Так, окей, ставим еще одного ларж лазера. Все. Главное не забыть поставить сейчас. Все. Все. Ну, все, мы точно выиграем. Сейчас до конца его еще раскачать. Сейчас бы еще его до конца раскачать, тогда будет вообще шикарно. Так, раскачиваем. Уже третий левел. Так. Вот радио спикер вам достает. Достает, да? Да, хорошо. Так, кого я могу поставить? Может, титанов там на всякий случай поставить? Вот вроде бы он даже один. Да, он даже один. Ультимейт ТВ-мен. Вот, Ультимейт ТВ-мен. Да, точно, я забыл, как у него основное название. Ультимейт ТВ-мен может в одиночку победить двух G-менов 3-0.
Обалдеть. Такой вроде бы маленький, да, да ударенький. О. У нас 15-я волна до сих пор. Давай. Ой, извиняюсь. Так, давай быстрее, пожалуйста, пожалуйста. Если проходить с X5 скоростью, то примерно с X5 скоростью, то можно примерно в день, если 24 часа играть, то можно пройти примерно, ну, если именно 24 часа и стараться еще, то я думаю, примерно, если у тебя еще нервы такие хорошие, то где-то 40 вон, может больше. Довольно-таки это много баксов все-таки будет. Так, туалет, клевер. Убили, хорошо. Мне не хватает всего лишь 200 тысяч. 200 тысяч не хватает, камон. Так, 760 тысяч уже. Так, 920 тысяч мне нужно. А, у меня уже 800, отвернулся на секунду буквально. Так, ну хорошо, то, что я один прохожу. Ну, не с кем-то, потому что деньги бы основные шли тому человеку, кто... кто был со мной. Ну, потому что он бы стал, естественно, титанов, еще кому-нибудь. И ему бы все деньги шли. Ну, потому что тут за именно за урон дают деньги. Если, допустим, ты нанес 1 000 000 урона, 1 000 000 дамага, то тебе дадут 1 000 000 баксов. У меня уже 1 000 000. 1 000 000? 1 000 000, почти 2. 2 000 000. Ну, мне покажет... Подожди. Не могу раскачать. Тут обычно показывают, но ладно. Ничего страшного. У меня уже 3 миллиона, обалдеть. Да, интересно. Я, конечно, его уже испытывал, просто хочу показать это на камеру. Понравится ли вам? Ну, там, блин, свои, скажем, вынести свои, скажем, ну, то, что я думаю о нем, покупать ли это или не покупать. Потому что, ну, там, может, кто-то там накопил, допустим, 200 тысяч, думает, кого купить. Титана спикера, либо же окончательного какого-нибудь. Кто может там спишет, неинтересно. Так. У меня 5 миллионов, господи. А ну? Нет, не показывает. Ну, тут, короче, есть такой еще баг, то, что ты, ты, допустим, накопил 6 миллионов, и тебе скажут, накопи еще 4 миллиона, и тогда ты сможешь раскачать. Нужно 15 миллионов. Типа, наверное, переделали, но баг. Но баг остался. Баг остался багом. Не, ну все-таки кого именно покупать? Улучшенного камеровумна, либо же темного Dark Speaker'а, то лучше темного Dark Speaker'а, потому что Dark Speaker'а, потому что он не будет пропускать никого. А если улучшенного камеровумна и вот так вот ее поставить, то как бы у него урона будет не очень много, и плюса АОЕ нету. И будет пропускать уже первоначальных. Типа, нужно будет еще вот сюда ставить, и тут, чтобы она дефала, защищала нашу базу. Поэтому лучше Dark Speaker. Хоть долго, но если проходить на X5, X4, то уже будет шикарно. Контролируемый динамик Титан. Мне осталось совсем немножко, совсем немножко. А почему так немножко осталось? Ладно, у меня уже 22 волна. Я хочу просто... убрать, допустим, всех, и чтобы Титан Тимен 2.0 просто сражался с Титанами Спикерменами. Да, это, конечно, будет битва века. Хотел сказать битва века. Битва века. Так, мне осталось всего лишь 2 миллиона. 2 миллиона. И 2 волны, кстати. Откуда игра узнала? Откуда игра узнала? То, что у меня уже 23-я волна. Она подсчитала все. Так. Тут можно, конечно, купить X3 скорость, X4, но нельзя купить X5, потому что, ну, это уже наглость покупать. Тем более, X4 это уже 2000 робоксов, либо же 1000, я точно не помню. Вроде бы 2000 робоксов, а это довольно-таки немало. У нас уже 24-я волна. Вроде бы на последней волне, 24-й, выйдет босс мафии, 99-й уровень. Да, если была бы 5-я глава или 6-я, то на 24-й волне вышел бы босс мафия 999-й левел. Наверное. Так. Быстрее, 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 быстрее. Пожалуйста, можно уже 25-ю волну? Я раскачаю его. Мне кажется, мне уже хватает на раскачку окончательного оператора.
Ну, допустим, Титан камера не такой уж и крутой. Ну, когда раскачать до конца окончательную камеру. Ну, так, плюс-минус где-то. Типа, настоящая камера Титан куда сильнее. Ну, понятно, потому что, типа, Титан камера, он не связан с ним. Окончательная камера это и есть окончательная камера. Это не Титан камерамен. Поэтому так. Так, давай. Когда выйдет босс мафии 99-го левела, это уже все. Последний босс. Так, скоро выйдет. Давайте, блин, как прикольно. Лазеры так летят. Лазеры так летят, прикольно. Так, у меня уже 23 миллиона баксов. Ну, типа, если я продам всех, ну, кроме окончательного ТВ-мена, то мне, в принципе, хватит на раскачку окончательного камерамена. И будет 2 титана. Обалдеть. Ну, это титан спикер, титан камера, титан ТВ-мен. Самый быстрый титан, ну, из окончательных. Это будет... Ну, это, естественно, титан ТВ. Он прямо очень быстрый. На X5 он вообще даже быстрее, чем я вот так вот бегаю. Ну, идет. Ну, типа, я так быстро буду идти, наверное. Я уже не помню. Так, что он делает? Просто посмотрите, что он делает. Направо и налево свои ножи разбрасывает. Так, удалить сколько будет стоить? Ага. Нет, хватать не будет. Типа, это будет примерно 300 тысяч. А его? Ну, понятно, 15 тысяч. 28 тысяч. Подожди. Конечно, 695 тысяч. Он же такой дорогой. Дорогая собственность. Давай уже босс мафии 99-го левела. Давай, выходи. Ну что ты там сидишь? Давай. Приманиваем босса мафии. Шаманим. Давай, босс мафии. Все. Так, сейчас убьем. И сразу все, 24-го на 25-го. Все, раскачиваем. Убираем всех. Так, давай. Есть! Ура! Ну все, изи вин, все. Ну как бы 2 титана плюс тут 2 миллиона, ну все, ну да, точно. Если что, камера титан добьет. Ну все, ну тут 2 миллиона, ну да, ну все. Изи вин. Все, есть. Давай, последнего. Все. Красавчик, даже титан камера. Ну, даже титан камера там особо ничего не делал. Подожди, а где мы эти? А, понял. Так, ну, в принципе, все, на этом все. Сейчас я расскажу все то, что мне понравилось, и расскажу самое главное, покупать ли его. Ну, плюсы, то, что, ну, он, в принципе, может за себя постоять, ну, за себя постоять уже на третьем левеле, допустим, но уже на последнем, ну, это просто вообще капец. Там крутость не том, то, что Титан ТВ есть 2.0. 3. Ну да, 2.0. Тоже, он тоже сам сильный. Джимена 3.0 может сам убить. Ну, в принципе, сейчас я скажу, покупать или не покупать. Ну, в принципе, этот юнит довольно-таки крутой. Но если сравнивать его с апгрейде Колоссал ТВ Мэном, то, в принципе, лучше покупать апгрейд Титана ТВ. Ну, потому что вот это никак не сравнится с вот этим. Это на втором месте персонаж из самых сильных. Может, колоссальный туалет с динамиком будет сильнее, я не знаю. Но, в принципе, на этом все. Не забывай ставить лайки, подписываться на мой канал. Ну, и писать свои идеи в комментариях, потому что именно твоя идея попадет в следующий ролик. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока.